Всем привет! И теперь мы будем эту фигню делать. Блин, Малгоша. Блин, мне год 228. Не надо так. Блин. Так. И короче. Сейчас будет обзор на самые крутые имена для аниме-видео. Топ-аниме, где у... Топ-аниме, где у КГ нет друзей, но он супер силен. Топ-аниме, где КГ ленивый, но силен как демон. Топ-аниме, где у КГ низкий ранг, но он самый сильный в мире. Топ-аниме, где в КГ побуждается демоническая сила. Топ-аниме, где ГГ притворяется слабым, но адски силен. Топ-аниме, где ГГ адски силен, но его определяют в низкий ранг. Блин. Топ-аниме, где ГГ адски силен, но все думают, что он слабак. Топ-аниме, где ГГ и возвращается... Где ГГ умирает, возвращается мощным, чем был прежде. Топ-аниме, где над ГГ издевается, затем он становится адски силен. Топ-аниме, где ГГ недооценивают, но он супер силен. Люблю, блин, топ-аниме в жанре фэнтези экшен, где ГГ супер силен. И это, кстати, 60 тысяч подписчиков. Но я понимаю, это упорный труд. Он смотрит все аниме. Ну, может, он описание просто смотрит. И все. Так. Топ-аниме в жанре магия приключения, где ГГ адски силен. Топ-аниме, где ГГ одиночка, но он супер сильный. Топ-аниме, адски сильный, где самый сильный ГГ попадает в другой мир. Прикиньте, да? Прикиньте. Топ-аниме, где ГГ перевоплощается в другой мир. Вы понимаете? Топ-аниме, где ГГ самый сильный. Она самого начала аниме. Прикиньте, самого начала. Самые популярные сейчас посмотрим. Ну, вот это я понимаю, да? Топ-аниме, романтика в жанре фэнтези. Топ-аниме в жанре гарем, где адски сильный ГГ. Чего, блин? Да, это изи сделать. Топ-аниме про школу в жанре романтика, прикиньте. Да, их вообще много, вот чё, блин, долбоёбы. Лучших романтических... О май гад, демон! Топ-аниме, где ГГ притворяются слабым, но он адски силён. Это где-то уже было вроде, да? Топ-аниме, где над ГГ издевается, зачем он становится адски силен. Где-то это было, вы не помните, да? Это один год назад был. Топ-аниме, где ГГ адски силен, но все думают, что он собак. Где-то это слышно было. Топ-аниме, где ГГ адски силен, но его определяют в низкий ранг, прикиньте. Прикиньте. Ну, конечно, это разные аниме разного года. Некоторые ангоинги, да. Я не понимаю. Я понимаю. Но сейчас посмотреть его только в жанре ГГ. ГГ самый крутой. Блин. Вот здесь вы... Сколько здесь пошло? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. А,
16, 17, 18, 19, 15, 16. Короче, где-то 20 плюс. Самые крутые имена. Самые крутые имена без хайпа.